Существует немало рекомендаций, созданных в ковидное время для будущих мам, но куда важнее противоэпидемических мер комфорт. Бесперебойное тепло в областном перинатальном центре обеспечивает Мурманэнергосбыт. Даже летом в период отключений в учреждении есть отопление и горячая вода. Как организовано снабжение, расскажет Кристина Харатова. Ежегодно в перинатальном центре рожают порядка 2500 женщин со всей области. Мамочки и младенцы должны быть обеспечены необходимым комфортом. Даже летом тепло и горячее водоснабжение в медучреждении не отключают благодаря работе резервной котельной на дизельном топливе. Это небольшая котельная на 3 гигакалории в час. Она автоматизированная, поэтому постоянного присутствия персонала сменного здесь не требуется. Мы ее приняли в эксплуатацию и в собственность в 2019 году. Эксплуатируем, она находится в удовлетворительном состоянии. Обслуживанием этой котельной занимаются специалисты Мурманэнергосбыта. Согласно действующему законодательству, все медицинские учреждения должны быть обеспечены такими теплопунктами. Назрел вопрос установки резервных источников и в других медицинских организациях. Мы и поговорили, как нам двигаться дальше, с какими предложениями, есть ли такая возможность. И выработали такой план, что надо это делать, наша обязанность двигаться в этом направлении, и что мы начнем прорабатывать такой же источник по Ломоносова 18, это здание Серебряного, чтобы сделать хотя бы первый шаг. Вопрос будет тщательно прорабатываться совместно с правительством Мурманской области. В ближайшие годы еще одна медицинская организация получит бесперебойное теплоснабжение.